Губернатор Олег Ковалев посетил территорию бывшего станкостроительного завода, где в настоящее время расположено несколько предприятий. Сегодня Рязанский станкозавод выпускает и предлагает к продаже самое современное импортозамещающее оборудование. В течение 2015 года на предприятии было произведено 25 единиц оборудования разной направленности, от легких токарных до тяжелых специальных станков. Часть продукции отправляется и потребителям железнодорожный продукт. То есть вот станок, который показывали, он может ремонтировать колесные пары. То есть это может быть покупать отрасль машиностроения, которая направлена на железную дорогу. Это могут покупать предприятия железнодорожного транспорта, которые занимаются ремонтом колесных пар. То есть вот достаточно широкий спектр, но в основном наш завод все время работал на оборону. На заводе был сделан капитальный ремонт кровли корпуса, выполнен капремонт административной части здания. Ведутся подготовительные работы по реконструкции системы отопления и газового хозяйства. В текущем году планируется провести капремонт остальных помещений завода. Активно продолжается техническое оснащение предприятия. В прошлом году было закуплено 24 единицы оборудования для обеспечения технологического цикла производства. В 2016 году планируется приобрести еще порядка 18 единиц оборудования. Сейчас мы проведем совещание, на котором обсудим все те проблемы, в том числе и связанные с нашими заказчиками нашего оборудования, и в том числе рассмотрим перспективы развития станкостроительной отрасли. Ну, во-первых, это лоббирование интересов. Так, это работа с правительственными организациями, учреждениями, это работа с крупными государственными корпорациями, такими как Ростех, там, как другие оборонные корпорации, так, значит, с тем, чтобы помочь выстроить им стабильные долгосрочные взаимоотношения. В 2016 году на заводе планируется произвести до 50 единиц станочного оборудования на общую сумму порядка 700 миллионов рублей. Наряду с выпуском новых станков планируется оказание услуг предприятиям, в том числе оборонно-промышленного комплекса по модернизации и капитальному ремонту ранее произведенного на Рязанском станкозаводе оборудования. В настоящее время численность работающих на предприятии сотрудников составляет порядка 100 человек. В планах на 2016 год увеличение числа основных рабочих на 40 человек.